Так, ладно, у нас теперь трансформеры начинаются. Наверное, тут такого страха не будет уже. Так, потихонечку что-то нагнетается. 3D-очечи. Сейчас мы садимся в машину. Вот в какую-то такую. И будет нам жара. Ну чё, ребят? Богом. Камеру выключаю, дальше продолжим наблюдение, позже. Ну что, коротко о трансформерах. Они крутые. Прикольно, прикольно. Молодцы. Конечно, вот если бы, конечно, не Optimus Prime и не Bumblebee, то нам бы... Фух. Ну а сейчас мы идем на какую-то лютую страшилку. Походу, это будет, наверное, на данный момент самый страшный наш аттракцион. Есть подозрение, что мы будем на какой-то машинке ехать. В принципе, на машинке ехать удобнее, чем идти пешком. Будем вот сюда. Идти придется пешком. Сейчас будет всякая херня вылезать со всех сторон. Вначале сразу должна какая-нибудь дичь вылезти. Понятно? Как впечатление? Плохо. Я в какой-то момент начал уже руками-ногами как бы отбиваться там. Ну, блин, пощекотали нервы, конечно. Короче, мы прошли Франкенштейна, и на данный момент у меня главный страх — это то, что у нас сейчас закончится время багажа бесплатного, и мы не успеем его забрать. Так что бежим, забираем рюкзачки и возвращаемся, смотрим на Ghostbusters. Уокер. Тут даже есть русский язык, показываем Уокер в Universal. Так. Вот и все. Работаем. Ну что, следующий поинт. Итак, мы на лодке. Здесь мокро. Сидим в луже. Как потом ходить весь вечер, непонятно. Так, ну чё, алёрт. Главное, не брызгайте больше. Это не я кричал. Блин, вот этих купаний я вообще не в восторге. Я ещё вперёд сел, как дурак. Последнее после Jurassic Park. А? Кажется, только сели, сразу нас с головы до ног обрили. Плюс я сел вперед, там ну, все волны оттуда начинаются. Это огонь. Я не знаю, но сейчас уже как бы ночь на дворе, мы все в мокром. Шорты мокрые, трусы мокрые, все мокрое, это, блин, вообще подстава. Мы в мумии, но мы все еще негодуем, как нас облили на Jurassic Park. Какая мумия? Тут была ставка на скорость. Эмоциональные, ребята. Что, заходим в очередную фигню? Кто первый? Здравствуйте. Чучундра. А это не вы у Гоголя снимались в фильме?
цели. Давай, вали его, вали его! Disgusting. And slide. Сейчас на нас будут нападать фанаты Короля и Шута. Ой! Катя, он проход не дает. Мы так по вечерам в Бронксе каждый день домой возвращались. Так, мы пришли на Симпсонов. Похоже, здесь очередь минут на 40. А что я делаю, пока мы стоим в таких больших очередях? Я монтирую то, что он снимал. Идем по всяким комнаткам. Заходим в четвертую. Сейчас на какой-то адский аттракцион садимся, и камеру нельзя будет включать, поэтому, возможно, это последнее, что я вижу. Первая ассоциация после Симпсонов – это первая мысль, неужели это все, и ради этого мы сейчас стояли в очереди. И вторая мысль – то, что опять нас облили, как в Jurassic Park, но, конечно, уже не так обильно. Вот супер наша фотография. Типа я хочу распечатать, мне кажется, может как распечатать? Не, мне кажется, что это денег стоит 21 бакс. Ну, понятно, вот она. Мы так все получились с тобой. Вот, ребят, похоже, последний номер в нашей сегодняшней программе. На улице происходит какая-то дичь в Лос-Анджелесе. Надо пораньше домой идти, до темна.
Иначе вон что. Ну куда ты с бензопилой на улицу пошел? Тут же люди. Universal. Развлекали, пугали сегодня. Часов 9 нас. Вы умеете это делать.